Социальный приют для детей и подростков Рогнединского района существует с 2006 года. Здесь помогают детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Приют рассчитан на 16 человек, но сейчас в помещении пусто. Все дети отдыхают в лагере «Десняночка» Жуковского района. Представители Союза десантников уже не первый раз посещают это учреждение. Мы к вам приехали по поручению губернатора нашего Николая Васильевича Денина. Вот, наша общественная организация занимается подобными вещами уже на протяжении многих лет. Мы посещаем детские дома, школы, интернаты, занимаемся патриотическим воспитанием. Вот сегодня мы приехали к вам. Николай Васильевич Денин передавал вам огромный привет. Вот, передал вам вот эту картину. Просил вам подарить. И ту мягкую мебель, которую вот мы заносили вам, это вот его подарок вам. Спасибо большое. Новый комплект мягкой мебели теперь займет свое место в игровой комнате. А сладости и канцелярские принадлежности будут дожидаться детей после каникул. Руководитель приюта поблагодарила гостей за такое внимание к детям. Ведь сердце маленького человека обязательно откликнется на доброту. Дети, которые вот у нас побыли в приюте, они уже более у них эмоциональный фон, вот это вот состояние их не стабилизируется. И мы стараемся работать с семьей, чтобы семья уже пришла в нормальное русло свое. Вот недавно у нас был ребенок, которого мы вернули в семью. Семья была с трудной жизненной ситуацией. Мать страдала алкоголизмом. Вот. Мать закодировалась, ребенок вернулся в семью. Семья стала вести здоровый образ жизни. Елена Смирнова, Илья Бирюков. События. Рогнединский район.